Давайте познакомимся. Здравствуйте. Виталий меня зовут. Игорь. Игорь, очень приятно. Давно катаете? Уже на этом? На этом год. Год уже? Какой пробег? Примерно. 3000 километров за год накатали? Обалдеть. Всем довольны? Да. Поломок нет? Пока нет, смотрю. Подшипники до вас меняли, нет? Вы новые? Нет, я взял новые. У меня сын отъездил на таком же, там, 4. Как поменял подшипники. Ну там тоже мне все нормально, как осталось калашниками. Работает. Очень хорошо. Колесом довольны полностью? Да. Рекомендуете? Да. На каком давлении катаете? Ну сейчас забил 2,8, когда выезжал из дома. Сейчас в сторону Волковской идете? Сейчас на Московский вокзал. Ох, ничего себе. С удовольствием? Да. Если не возражаете, я вам компанию составлю до последнего этапа, да, светофорчик. Да, если. Очень люди интересуются этим колесом. Вы зимой не катаете? Ну, зимой пока нет сильных морозов. Вот как только сильный мороз, больше 10, я уже не все. А когда снег, там, шипы, не было желания поставить шипы? Не, я не ставлю. Если где-то лед, то я это самое. Не-не-не, шипы на педали именно. Это для снега, что когда вы ногу, допустим, в снегу. Нет, было потом. Потребности не было такой. Не-не-не-не-не, вы езжайте спокойно. Я видеоряд сделаю. Вы на поезде встречаете, провожаете? Я еду. Ничего себе, а куда? В Москву. В Москву? Да, ну там. А здесь проездом в гостях? Я просто здесь ездил, учился. Я всегда смогу переходить, куда мне ехать. Будет включение самолета, на самолете борцов занимает. Проехали, что ты колесо. А вы в самолете летали с колесом, да? Нет, в самолете еще не летал. Ну, говорят, что надо везде, что пошел опасный день. Ну, либо транспортной компании, говорят, отправлять. Это долго, наверное. Ну, да, да. Это я, получается, удачно вас встретил. А порт у вас резиночка открывается. Вы туда ничего такого не намазывали, чтобы не попадала вода? Нет, ничего не обычно. Вообще, вот... Ага. Прямо... Прямо, как говорится, штатно. Катаете без музыки? Практически, да. На тишине любите? Да. А когда народу много, это не мешает? Да нет. Народ вроде когда слышит, так расступается, дорогу дает, приятно. Я обычно голосом. А, голосом, все, общаетесь, это хорошо. Да. А я по красоте выехал тоже поснимать, а тут вас случайно встретил. Да. Какая прелесть. Все, сейчас это одно из самых лучших колес для райдеров, которые весом там до 90 килограммов. Вы с поребрика спрыгиваете, не останавливаетесь или все-таки сходите? Я скажу чаще. Я просто не к тому, что не могу, а к тому, что просто мне так никак не берегу колесо типа. Ну да, потому что у меня товарищ, он весит там в районе 70-65. У него спица лопнула. И причем он не спрыгивал, ничего, само колесо упало. Не, видишь, ребята, которые умеют прыгать, я лично не умею. Вот сейчас видели в Москве такое легкодрифте. Да, Игорек, который на этом, на хромированном колесике одно время катал. Да, такой же. На таком же. Я очень хотел такой же. Оно в хроме так здорово смотрится. Это он красит. Он не красил, он гальванику делал, если бы он красил. Ага. Он делал гальванику, я узнавал, в районе 40 тысяч. Ага. Я хотел у них то же самое заказать, тоже колесико, тоже в хроме, чтобы было, чтобы красиво было. Но в районе 40 тысяч. Аккуратно. Я вас до Волковской провожу, если вы не возражаете. А свет? Днем без света катаете? Днем, да. Только если выйдут, по-моему, на эту самую, на дорогу. На проезжую часть, я понял. Только тогда со светом. Включаю. Вот примерно такая. Вы сейчас тут снег. Ну, надеюсь, не опаздываете? Ну, хорошо. Очень одно из лучших колес троечки. Хотелось бы, чтобы они, конечно, покрышечку троечку туда ставили, и будет вообще сказочка. Да, ну и... А чтоб педали вот на этих, на кочках не брякали, там можно резиночки маленькие наклеить, и будет вообще космос. Да, все, желаю вам удачного пути. Да. Давайте, счастливо, спасибо. С Богом. До свидания. До свидания.